26 мая Анжелика Варум отметит 50-летие. Накануне юбилея она рассказала о том, что устала от бесконечных гастролей и, наконец-то, приняла решение сократить число концертов. Ведь для того, чтобы оставаться на плаву, достаточно выступать 30-40 раз за год, а остальное время уделять себе. Супруга Леонида Агутина также отметила, что не боится полувекового юбилея, для нее 50 лишь цифра. Тем более, певица по-прежнему любима и счастлива в браке, ведь муж постоянно говорит, что она самая красивая, и с возрастом становится только лучше. Сама Анжелика признается, ей очень нравится, как муж выглядит в 50 лет. Ведь звезда всегда с подозрением относилась к моложавым, атлетического телосложения мальчикам, которым далеко за 40. По мнению Варум, в этом есть наигранность, поэтому ее и пугают такие мужчины. Пришлось даже поставить условие Агутину: я заранее предупредила, если вдруг Леня начнет закрашивать седину и прятать морщины, то незамедлительно возьму чемодан и уйду, говорит Варум. Леонид Агутин и Анжелика Варум счастливы в браке. Фото Legend Media. Певица старается не комплексовать из-за внешних проявлений возраста, хотя недавно была раздосадована, когда увидела себя на обложке журнала. По мнению Варум, лицо было уж слишком отфотошоплено и казалось неестественным. Она считает, что глянец оказал негативное влияние на умы женщин ее поколения, периодически так и подмывает что-нибудь подправить, признается Анжелика. Анжелика Варум. Фото Legend Media. Певица пока не прибегала к радикальным мерам, потому что боится различных хирургических вмешательств, хотя и считает, что по долгу службы артистам необходимо всегда быть молодыми и свежими, а также избавляться от морщин и мешков под глазами. Варум хочет, чтобы будущее поколение не судили о человеке по возрасту и количеству морщин. Отметим, что недавно СМИ обсуждали заявление Анжелики по поводу предполагаемых измен Леонида Агутина. Певцу постоянно приписывают романы с красивыми девушками, которые намного моложе него, например, с Элиной Чагой из проекта «Голос». Анжелика стойко выдерживает все нападки и напоминает, что любимая женщина для мужчины не та, с кем произошел импульсивный обмен жидкостями, а та, которой он, на протяжении всей жизни, посвящает стихи. Пара вместе более 20 лет, и на этом пути было множество сложных ситуаций, которые они смогли решить. По материалам «Караван истории», Клэспоуст, 619 500 подписчиков.